родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей хананских, Аду, дочь Элона Хатиянина. И Абилему, дочь Анны, сына Циона Авиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Нававиофа. Ада родила Исаву Элифаза, Васимафа родила Рагуила, Аливема родила Иеуса, и Еглома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Хананской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской. И пошел Исав в другую землю, от лица Якова, брата своего, ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. И вот родословие Исава отца Едумеев на горе Сеир. Вот имена сынов Исава, Элифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Элифаза были сыновья Фиман, Амар, Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложница Элифаза, сына Исавова, и родила Элифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой. И вот сыновья Рагуила, Нахав и Зирах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исавовой. И сии были сыновья Аливемы, дочери Анны, сына Цивионова, жены Исавовой. Она родила Исаву и Иеруса, и Еглома, и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Элифаза, первенца Исавова, старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гефам, старейшина Амалик, си старейшины Элифазовы в доме и дома, си сыновья Ады, си сыновья Рагуила, сына Исавова. Старейшина Нахав, старейшина Зирах, старейшина Шамма, старейшина Миза, сии старейшины Рагуила в земле и дома, сии сыновья Васимафы, жены Исавовой. Сыновья Аливемы, жены Исавовой, старейшина Иус, старейшина Иеглом, сии старейшина Аливемы, дочери Анны, жены Исавовой. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их, это Едом, сии сыновья Сеира, Харьянина, жившие в земле той, Латан, Шавал, Цивион, Ана, Дишон.
Главный цер и дешан, все старейшины харьев, сынов сииров, земле и дома. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана Фанна, все сыновья Шавала, Алван, Монахав, Эвал, Шифо, Онам. Все сыновья Цивиона, Ая и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона отца своего. Все дети Аны, Дишон, Аливема, дочь Аны. Все сыновья Дишона, Хемдан, Эшбан, Ифран и Хиран. Все сыновья Эцера, Билган, Заван, Укам и Акан. Все сыновья Дишана, Уц и Аран. Все старейшины Хареев, старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хареев, вот цари царствующие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бела сын Виоров, а имя городу его Дингала. И умер Белый, воцарился по нем Иовав. Сын Зераха из Вассоры, умер Иов, и воцарился по нем Хушам из земли Фиманитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадат, сын Бедадов, который поразил Медианитян на поле Муава. Имя городу ему Авив. И умер Гадат, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нему Саул из Рехобова. Что при реке? И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора. И воцарился по нем Гадар, сын Варадов. Имя городу его Пау. Имя жене его Мегетавель, дочь Матреды, сына Мезагава. Все имена старейшин и Исаровых, по племенам их, по местам их, по именам их, по народам их. Старейшина Финна, старейшина Алла, старейшина Иотеф, старейшина Аливема, старейшина Элла, старейшина Пинонна, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мифцар. Старейшина Магдил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеев. Ау. We'll be right back.